Всем привет, с вами Лара Светлова. Мы сегодня крайний день в Сызрани и пришли на центральную площадь. И вдруг встретили здесь нашего культуролога. Совершенно неожиданно. Привет вам из глубинной провинции Сызрани. Вы знаете, в свое время, вот мы сейчас на фоне нашего драматического театра, а когда-то драматический театр под названием «Эрмитаж» был вот там, в парке «Гномик», который сейчас называется. И туда приезжали многие знаменитости, много кто здесь играл, кто из великих актеров бывал. Но вот этот театр был построен где-то в 60-е годы, и совсем недавно ему дали имя Алексея Николаевича Толстого. Кстати, Толстой учился вот именно в этом училище, и поскольку Самара не очень хотела давать ему диплом, ему выдали диплом именно в Сызрани. И вот теперь наш театр носит гордое имя графа Толстого. И замечательные спектакли. Можете ознакомиться с репертуаром нашего театра вот на этой великолепной... Можно вопрос из зала? Наталья Алексеевна, а вы сами любите ходить в театр? И, наверное, здесь бывает летом... Как это слово, когда другие театры... Гастроли? Нет, сейчас гастроли бывают редко, это очень дорого. А в театре мы, да, в свое время бывали. Театр в какие-то времена был роскошным. Здесь были великолепные режиссеры. Ривман, Трубай. Великолепную драматургию ставили. Вампилова, Розова. Ну, а сейчас, как бы, мы бываем реже в театре. Да и он дает спектакли несколько в более таком порядке очереди. Но в целом, конечно, мы любим наш театр. Недавно там ремонт прекрасный прошел. И там очень эффектно, очень хорошо. Приглашаем. Ага. А вот здесь, оказывается, около елки мы встретили нашего эксперта Татьяну. И Татьяну мы благодарим искренне за то, что это наш технический эксперт. Директор, да, да. И всегда благодаря ей мы получаем вовремя видео. Дорогие друзья, я поздравляю всех с Новым годом уже наступившим. Желаю всем огромного здоровья. Сибирского, финского. И я уже повторюсь, наверное, но мои дорогие коллеги, участники проекта «На одной волне», я действительно вас реально приглашаю в город Хамелина, где мы и насладимся творчеством Сибелиуса. А мы уже готовы. Да. До встречи. See you. Уже в валенках. О, идемте. Побежали. Сейчас мы сфоткаемся. Опа, на оленях. А давайте еще споем песню. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, и отчаянно дорвемся, прыгнем в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь во сне. Я ей ее дарю. Ура! Спасибо, Сызрань, за гостеприимство. See you! See you! See you!